Памятник великой княгине Елизавете Федоровне в преддверии Дня памяти святой преподобной мученицы был освящен у храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово. Чин освящения и молебен возглавил настоятель храма протоиерей Валериан Кречетов. Автором скульптуры стал житель Одинцовского округа, заслуженный художник России, скульптор Геннадий Александров. Основательницу Марфо-Мариинской обители Милосердия он изобразил на краю Алапаевской шахты в минуту перед гибелью. Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра стала даром семьи Александровых приходу Покровского храма в селе Акулово.